дрожащим. Только так беспощадно, так легко и бездушно. Отпусти их вечный покой. Одинокие зрители молча путались в шубы. И какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника в посиневшие губы и швырнула в священника обручальным кольцом. Закидали их елками, замесили их грязью и пошли потихоньку домой. Что пора положить бы в уж конец безобразию, что и так уже завтра мы начнем голодать. Кто не додумался молча встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это просто ступени, бесконечные пропасти долгожданной.